Сразу два школьных музея республики победили во всероссийском конкурсе следопытских работ «Неизвестный солдат». Организатор – партия «Единая Россия». В этот раз призерами стали музеи 3-й школы лагеря и селения Киевское Моздокского района. Почетные грамоты и денежные сертификаты вручил секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Артур Таймазов. То, что наши младшие помнят о подвиг наших старших, благодаря кому сегодня живем, это большое дело. И хотел бы еще раз выразить слова благодарности учителям, директорам школы за ту работу, которую они ведут. И надеюсь, что вот эти гранты, которые они получили, помогут в дальнейшем, чтобы ребята там также активнее принимали участие в таких конкурсах. Благодаря этому гранту мы сможем обновить материал нашего музея и сделать его более современным. Подавая на конкурс, честно говоря, мы даже не ожидали, что займем какое-то место. Огромное спасибо всем организаторам «Единой России», Дзитоеву Артуру Валагире, который, в общем-то, сподвиг нас на участие в этом конкурсе.